Суд над правоохоронцями. Обох поліцейських, які знущалися над дівчиною Кагарлику, Сергія Сулимова і Миколу Кузєва, арештували без права на заставу. Під вартою підозрювані будуть перебувати як мінімум 2 місяці. При цьому своєї провини вони не визнають. Поліцейів підозрюють у перевищенні службових повноважень і зґвалтуванні. Їм загрожує 12 років в'язниці. Однак поява нових доказів може і збільшити цей термін. Ви повинні розуміти, що ми на самому початку досудового розслідування. Пройшло декілька днів. Наразі, от прямо зараз, вчиняються активні слідчі дії, направлені на здобуття доказів. Кожен доказ буде оцінюватись, та в результаті цього ми будемо давати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних. Нагадаю, про інцидент у Кагарлику стало відомо після того, як 26-річна дівчина звернулася до лікарні. Вона розповіла, що правоохоронці доставили її в поліцію через справу про можливу крадіжку, після чого закрилися з нею в кабінеті та почали знущатися. На голову надягли протигаз, стріляли з табельної зброї над головою, а потім кілька разів зґвалтували. Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що підозрюваних затримали менше ніж за годину. Наразі вони перебувають у СІЗО. Керівництво Кагарлицького відділку звільнили, а решта співробітників пройдуть переатестацію. Страшний випадок, але знаєте, що ще обговорюють в соціальних мережах? Що це страшний поодинокий випадок, який став відомим. А скільки випадків залишаються невідомими, нерозкритими? Люди бояться. Бояться реакції, там, в тому числі правоохоронців, там, влади районної, місцевої, обласної. І ось як з цим боротися? Ось такі місцеві церкви думають, що вони там можуть правити бал. Перше. Дефіцит, чоловічий дефіцит, він касається всіх сфер життя. І поліції в тому числі. Угу. Я нисколько не сомневаюсь, что есть дефицит кадров в полиции. Я нисколько не сомневаюсь, что среди добросовестных сотрудников полиции есть негодяи, которые в силу каких-то психических, может быть, расстройств, вдруг понимают, что им дана особая власть над людьми и начинают этой особой властью пользоваться. Здесь важно несколько моментов. Первое. Мне нравится, что руководство Министерства внутренних дел так быстро отреагировала. Но мне еще больше понравится, если эти люди будут осуждены, отсидят реальные сроки, и если на всех телеканалах и в Ютубе будут показывать, смотрите, вот эти два негодяя изнасиловали и невинную женщину, и издевались над ней. Вот суд, вот они осуждены, вот колония, где они отбывают наказание, вот как они живут и так далее. Для чего это делать? Для укрепления веры в справедливость, раз, и для предотвращения подобного вида преступлений, чтобы другие полицейские видели, что происходит, если они начинают превышать свои полномочия. Это крайне важно. Это называется профилактика преступлений. Именно показать, что будет с теми людьми, которые изнасиловали несчастную женщину, невинную, да даже если бы она виноватая была, что это за подход. Я нисколько не сомневаюсь, что таких людей хватает в правоохранительной сфере. Во всех странах. Это психические деформации профессиональные, которые происходят с людьми, которые вдруг, черт побери, они понимают, что они очень круты. Угу. Конечно, с этим надо бороться. Конечно, нужно платить много денег полицейским. Конечно, нужен отбор. Но подозреваю, что отбирать особо не из кого. Вот беда. Почему бы во всех отделениях не поставить камеры видеонаблюдения, которые управлялись бы из Киева, Дмитрий предлагает. Хорошая мысль. Я скажу больше, в Грузии вообще все прозрачное. Это же в этом была идея Михаила Саакашвили, сделать и районные, и главное управление внутренних дел прозрачными, как символ прозрачности. Нам нечего скрывать от общества. Понимаете, ну вот Кагарлык, небольшой городочек, да? Конечно, местная мафия, можно сказать. Мы же понимаем, что такое полиция в Кагарлыке. Как их из Киева за ними проследишь даже? А таких городочков много, озверевших людей тоже много. Очень сложно. Камеры я бы ставил, это хорошая идея. Я бы ставил. Да, но, к сожалению, это... Ну, били бы не в кабинете, а били бы в сарайчике рядом. Камеры... Весь день в каждый сарайчик
Тоже правильно. Що ви думаєте про введення смертної кари в Україні, Сергій? Я против категорически, потому что при нашей несовершенной системе и расследований, и вынесения приговоров, и судебная система, да, можем пострелять много невинных людей.